Поехали. Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артум и Артёр. И мы... Вот как надо говорить. Мы продолжаем играть в это дерьмо. Поехали. Почему, если мы слетели с дороги, ничего страшного? Слетели, конечно. Как-то смотрели предыдущую серию, я думаю, понимаю, что виноват во всем только Артём. Кстати говоря, ты назвал Half-Life дерьмом. Да, ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Это я назло. Всем. Смотри, здесь какая-то вышка. Просто дело в чем. Мы все. Мы идем домой и. Просто Ева! И сегодня у нас будет пикник на обочине. Почему я без машины? Меня это бесит. Да нормально. Да нет, не нормально. Тёма! А. Тёма! А-а-а! Здесь вышка. А? Вышка? Это там, где вот это... Ага. Ого! Здесь может... Ой. Здесь на вышке, по-моему, кто-то живой был. Я просто туда гранату закинул, поднимаюсь, там труп просто. Просто труп. Так оно и было, конечно. Смотри, ты видишь, кстати говоря, ты видишь? Что? Вот это вот. Что? Сейчас вот. Подожди, стой, встань, остановись. Выйди из машины. Ага. Короче, вон там какая-то антенна. Угу. Нам туда и надо. Нам. Ты врезался опять. Я припарковался, это называется. Окей. Это так не называется. Алекс просто так нельзя оставить здесь в лесу. Она же потеряется, заблудится в трех часах. Корова это везет. Значит, тупая. Вау. Да, вот поэтому я не хотел доверять этим машинам. Даже такую. Брось. Нормально. Никто не пострадал. Трупики. Я не могу шевелиться. Я не могу. Я знал. Поэтому я и вышел. А теперь я могу шевелиться. Смотри, трупики такие. Окровавленные. Мертвые. Мертвые трупы? Ага. Не гудуть. И мертвые трупы не гудуть. И мертвые с косами стоят. Стоять. Стоять! Там что-то вообще все плохо. Может, вернемся? Да мы уже почти приехали. Да нет, смотри, мы еще и не уехали, если так посмотреть. Мы здесь километр два проехали за все это время. Да ты виноват! Ты! Да, души. Кто душит? Мертвый. Шамаич. Че ты делаешь? Проход секретный нашел. Ничего подобного. Никто? Никто. Открой. О, человек-сосед проснулся. Круто. Так, да, это был проход, черт. Здрасте! А че я с вами появился? Ну а почему бы и нет? Здесь что тут есть? Ни хрена. Ну окей, ладно. Ни хрена так ни хрена. А, не работает, шеф. Ай-яй-яй, а что же делать? Это очень сложная головоломка. Запомни. Да. Дичайше сложная головоломка. Да. Иди сюда, родная. Ты сломал все вообще-то. Да, человек-сосед, зачем ты а это что, делаешь? Нельзя было вот эту взять и тут присоединить. Но ты видишь, она же длиннее, а там короткая. Их не хватило бы длины. Да нормально все хватило. Тёма! Вот чё, сюда. Начинаешь. Вот, есть свет, есть лифт. А топ мы и так не выбрали. Смотри. Воу. Опа, нежданчик. Есть ноклип. Прячься. А ну меня надо. Как обычно, мастера стелса. Это прям Splinter Cell какой-то. Да. Чё? Кто? Тич. Вон они. О, смотри, какой парень. Алекс боится ее уже, она когда-то ее покусала. Вот, смотри, какой боится. Кто стрелял? Чьи туфли? Их двое? Их будет много больше, по-моему. Да ты сдохни. Разобраться. Кстати, а да. Звук как будто у циркуляра какой-то подлетает.
Спасибо. Это им? Куда ты пошел? Иди сюда. Опа! Он тебя испалил просто. Просто. Hunter. С него течет. Почему всякая крутая быстрая хрень называется охотник? Ну потому что быстрому и крутому охотиться легче, может быть. Это не так. Возможно и нет. Я еще слышу. Да? Да. На, получи, в натуре. В натуре. Там еще кто-то? Где? А, с той стороны? На крыше. Ага. А че он спрыгнул? Сыч, что ли? Ты его унитазом убил? Но ты просто даешь. Изничтожил. Кто еще хочет? Ты хочешь? Нет. Для хочет. Тачку на аварийка поставили. Ага. Слушай, а что делать дальше-то надо? Come on, follow me. Where are you? I'm here. Are you coming? Yo. Where are you? Письма. Да ты не туда идешь, не туда. Я иду туда. Да ты не туда идешь. Я там, где надо. Ну сюда иди, ну. Я иду рулить. Господи. Да вот. Ну ага. Или как-то так. Вот зараза, снова они. Где? Ого. Да не, получики, ты можешь вообще, ничего не можешь. Ноу. Че, не вошло? Не вошло? Ой, мне больно, кстати говоря. Нормально. Я растворился. Как кофе. Прям на него вышел. Ну, в танатуре. Получил? Получил. Это было просто. Нет. Подожди, нет, 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 нет. Это не так. Вот, смотри, здесь телевизор. Сейчас мы будем смотреть... Телевизор? Немецкое... Развлекательное телевидение. Ночное. Сижи бригаду, поставь, ёпта. White Forest, do you read? This is White Forest. Identify yourself. This is Alex. Alex Benz. Нет. О, смотри, это этот. Якубович. Зелёнька. Здорово, Леня. Автомобиль. А где Павел-то, кстати? Я как-то, не приходя в сознание, мы же его оставили. Они поцеловались, и он как бы... Был таков. Алекс, не плачь, вот на тебе подарок. Рука. Как же я без руки-то? Все? Load the gate. Лол. О, смотри, унитаз. Ты можешь кого-нибудь убить унитазом. Спасибо. Вези эту корову. О, да посмотри. Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Трон-дон-дон-дон-дон. Эрон-дон-дон. Что? О. Почему я застрял? Почему она едет? Я... Погнали ко мне. Я Алекс. Алекс. Пока, Алекс. Я не могу ехать. Она что-то у меня стопорится на месте. А во, поехала. Господи, она вообще как-то не едет никуда. Погоди, да. Эхай. Короче, вы едете на той хрени, а я на этой поеду. Я хотел на вот этой, ну ладно. Да она не едет, она вообще как-то упоротая. Жаль. Жмешь газ, она стоит на месте. Капец, ты плохо ездишь. Ужасно просто. Да. Нет. Профессионально. Не знаю, надо было, чтобы Алекс со мной ехала. Почему? Потому что почему? Я лучший мужчина. Да, но водитель-то нет. Откуда ты знаешь? Потому что waiting for things. Суала Питек. Да. Такой, Азиз.
Воу-воу-воу. Он обогнал нас, давай его догоним. А, Destruction Derby. О, смотри, там что-то пылится. Ага. Смотри, здесь одна из этих капсул упала, в которой... Обогнал тебя. Это у одной волны. Одна из этих капсул, в которых перевозили советников. Да-да-да. Да кому это надо? О, меня поддалбливает что-то. Ага, есть такое. Ну, где там эта капсула? Алекс, ага, давай посмотрим. Давай проверим, Алекс. Ух ты, я нашел тазик. Куда ты поехал? Ау, больно. Значит, надо его найти. Кого? Этого жирного слизняка. Как поезд. Он где-то здесь. Ау. Он зовет нас. Ну, голова болит. Смотри, хищник. Не, я не умею так. Мне этого никак... Ау! Подмучивает как-то, нет? Нет. Мне очень приятно. Давай, погнали. Ой, я услышал. Давай. Мы сможем. О, черт, как удачно здесь дырочка в полу. Да, чисто случайно. Did you see this shit? I'm so happy. Воу, воу, воу. I'm so horny. It's right there. О, парень. Такой. Нажми кнопку, я не буду. Ага. Короче, пусть она нажимает. Лучше она чем. Куда по карманам полезла? Maybe I can get this open. There we go. Ну давай посмотрим. Чё ты там, выходи. Ого, ого, ого. Надо было лучше самому это делать. А, ну почему ты такая тупая, Алекс? Воу. Окей. Зачем ты смотришь мои камеры? Балу, ебать. Надо что-то придумать. Смотри, какой у него этот спакси. А что они его... кушают, интересно? Понял. Ном-ном. Ном. В презентуху какой-то замотан. Слизняк. Это как звездный десант. Невкусный. Невкусный, медовый. Воу. Что это было? Я не пойду. Я не хочу. Сюда, убери это от меня. Фу. На, говно, получи. Пенис. Писька. 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 Мочи, мочи. Куда ты? Окей. Куда он делся? Я боюсь предположить. Ей понравилось, по-моему. По-моему, да. Аккуратней. Аккуратней. Штучки. Ого, я думал, ты умрешь. Я точно так умею. Сейчас будет биг бада бум. Ха, моя осталась. Это моя. It's mine, mine. Твои утус стояли, утус. Ну, твоя так твоя. Понимаешь, что понабежали. Оживай, оживай, спас. Ой, медаль болит зато. А, ты ожил? Да. Вот там музишен, как обычно. Великолепный. Да. Вау, больно! Ебать! Ау, я упал, подскользнулся, тело. Ты умер? Нет, я подскользнулся. Понял. Справа, справа! Да, дербэ!
Ты оживешь уже, нет? Отступи назад, и я смогу помогать тебе. Я не хочу. Я не хочу, чтобы побеждала страшная баба. Никто не хочет, а она... Она всегда побеждает. Чё ты там? Я топор... Оу, чё там? Я только нашёл топор войны. Топор войны? Окей. Ну, отлично. Это ты виноват, ты понимаешь? О, ну хоть отсюда. О, не трогай эти штуки. Не трогай их. Солдиш. Солдурес. Солдато. Вот так вот. Блять, старый хрен. Здрасте. А, убей его, убей, убей. Больно стреляет из дробовика у порта. Мозги аж прызгают. Опять ты с этим арбалетом. Бля, и там труп лежит еще с того раза. Офигеть. Ах, мы живы. Сейчас тебя свинтят. А ну мне нафиг не надо. Вот так летают всякие штучки. Кто ты там выглядываешь? На, получи. Я не могу двигаться, я опять гол. Сейчас они у меня грибут, ох и грибут. На, ключ. А, это ты? Ну ладно. Это был порыв. О! Только не эта штука. Да ты сдохнешь, нет уже. Больно. Так под ярко все. Одна жопа торчит. Ага. Она ко мне хочет сюда добраться, я боюсь. Давай накидаем ей дерьма. Давай. В рот. Фу, пошляйте на какой-то. На плечи дерьма. Согласен. СМС-ка? Это не... СМС-ка? Это не профессионально. Согласен. Смотри, что какое пришло? Прилетело. Тебе СМС-ка пришла? Да? Да. Вот парень в наушниках не слышит, что у него дома происходит. Да вообще. Вообще просто. Так, по-моему, надо валить отсюда. Согласен. Это ты виноват, как обычно, во всем произошедшем. Алекс, Алекс, ты забыл Алекс? Да нафиг она сплющилась вообще. Черт, по-моему, конечная. На самом деле нет. Прости и прощай. Ну вы там едете, нет уже? Кто там едет, тут вообще творится, что там непонятно. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Ты там мертвый? Я застрял. Как можно застрять? Одна Алекс справляется. Алекс, садись в это корыто, вваливаем нахрен. Жалко, у меня нет пулемета на пушке. Да, я проехал сквозь него, черт. Черт побери. Давай, давай, ехай. Ты сможешь. Где-то мы уже это проходили. Было дело. Ой, плохо, ой, плохо. Ау, 20 хп. Давай, камон, камон. Ты плохо водишь. Плохо. Нормально. Ау! Черт, у меня ухо оторвало, я ничего не слышу. Черт. А нет, оказалось. Тау! Ха-ха-ха. Вот кидает бомба на тебя с таймером, а попадаю на них я. Правильно. Это несправедливо. А то хоть на машину красивую посмотрю. А черт! Фух, вовремя. О, офигеть, я знаешь, где появился? Да, уже конец уровня. Я даже не скажу тебе, где. Waiting for team. Ничего, подождете, никуда не денетесь. Спустя два дня. Как думаешь, я за 45 секунд успею доехать, нет? Для тебя? А я не знаю, я пока смс-ку почитаю. У тебя там увлекательно все, я посмотрю. От меня даже вертолет отстал. Ну правильно, да как он не... А, нет, вертолет прилетел. Да я без него убью сейчас. То есть 27 секунд, чтобы выполнить. 27 секунд. 27 Самое слабое звено. Слабая, слабая, самая ты слабая. Сережа молодец. Как там? Сережа мой сынок. Все больше-то. Мой сынок.
Давай, давай. Ладно, я почти доехал. Посмотрите на своего мужчину. Come on. Посмотрите на меня. На своего мужчину. На меня. Я на коне. О, тут есть лодка. Выбирай лодку. Ну это просто офигенно. Ну что ты... Ни себе, ни людям, ну. Дарба! Дарба! Ау! Давай, Алекс, мы выиграем, мы выиграем. Черт возьми, отстань. Не, получи. Никто не хотел уступать. Отжарились немножко, не спорю, но ничего. Ничего, Алекс, волосы отрастут. Здравствуй, пока. Ау. Психичка. О, меня так носит, как будто я, не знаю, на воздушной подушке. Здравствуйте. До свидания. Воу. Вы опять ты унитазами всех мочишь. У нас в машине два. Doomsday девайс. Это наша электричка, черт! Какая наша? Наша? Наша. Так он что, стреляет в нашу электричку? Да. Ты чё, охренел там, что ли? Да погнали, ёма. Давай, уйди. А это кто такой? Не знаю, это, по-моему, какой-то самозванец. Тоже электричку ждёт. Нет, это не мы. Так, как же пройти вперед? Вау, вау. Я видел, твои кишки полетели. Кишки! Упрясься, я не знаю, что-нибудь. Нет, нет. Надо было прятаться. Ого, здесь не разорвавшийся снаряд. А он еще. А, да. Давай. Ой, черт! Ты чуть не убил нас обоих. Согласен. Че согласен-то? Ну, в смысле, что было бы круто. Сережа, молодец. Как там оказалось? Она могёт. О, перевозки, смотри. Come on. Drop it. Yeah. Я сейчас буду устанавливать все игры. На, получи. Да уж. Она вообще убивается, нет? Я сам Если ты не понял, то это дерьмо, которое она кидает, надо с помощью кривой пушки брать и кидать нее. Она кидает... Ладно. Дерьмо, ну. Я нашел эти самые. Не хватай ее, она взорвалась почти. Я знаю. Где ты там? На, получи. Где? Ну ладно. Я не виноват. Вау! Ой, иди от меня. Да блин! Надо переставать спешить. Куда ты кинула? Ты что, не видишь, корова, куда кидать? Вы что, не видите? А, получи вот так. Ву-ву, психичка! Че он шумит? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, это дерьмо. Подвинься. О, он жив еще. Черт, подери, 5 хп. У меня 19. Я жизнеспособен. О, это мне аптечка, мне. Ты ж так гордон, конечно, тебе. Так, подожди, иди сюда. Ау! 7 хп. На, вот так вот. Давай, лечись. Лечись, братюня. Сестрюня, вернее, потому что страшная баба. Давай, вот так. Вот так вот. О, почти как новенькая. А, да. А, вау, 5 хп. Где ты там? Кидай свое говно. Опа. Ау. Ну ладно. Тебя убили. В курсе? Нет. Ты где вообще? Куда ты попал? В сарай. Зашел. Это морда, это просто, я не знаю. Слендер отдыхает вообще. Дарбальная борда. Дарбальная? Да, где дарбальная? Yeah.
Второе попадание за полчаса. Ну, вообще-то я это все сделал. Нет. Что ты там, чем ты там занимался, я не знаю до сих пор. Ты о чем вообще? На тебе доски еще чуть-чуть. Я убитый. Убитый? Я убитый горем. А я думал чем-то другим. Ты ожил? Ла. Nope. А сейчас? Сейчас нет. Типичка. Давай. Ну где оно? Ну, кидай хорошо эту штуку. Еще кинь одну, пожалуйста. Оу. Вот, вот да. Молодец. Давай. Он еще упадет? Нет. Он еще психанет. 13%. 13%. Бегом, бегом, давай. Ау! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай, давай, Тёма, давай. На, получи. Тебя птичку кинули. Да? Да, кому она нужна? Мне. Я забрал. Ну, конечно. Да, птичка, чтоб тебя лечить. Чёрт! Да что ж ты? Она закрывает полэкрана, я не вижу. А еще я нервничаю и боюсь. Да, она моя! Майн! Вот так это. Да ты сдохнешь уже, нет? Это на харде мы играем. Ну и что? Опять мне, наверное, полчаса придется убивать. Да вот эти доски кругом. Дай, короче. Да хватайся ты, ну. Да я далековато. Далековато получилось. Психопат. Да. Не так-то это просто, да? Нормально. Нет. На, получи. Я ни при чем, я больше так не буду. Буду, буду. Давай, давай, давай. Да я пи. Моя. Майн, майн, майн. Но получи. Вот так вот. Вот так вот. Давай. Моё, моё. Ну скинь ещё, ну скинь нам бомбу, ну скинь бомбу. Кинь бомбу. Бомбу, ну. Да это моя была. Ага. Кинул ты, отвечать мне теперь. Отвечает Максим Покашов. Да? Ну ладно. Ладно, хоть не я. Да что ж ты вертишься, как я не знаю. Как вертолет. Вот так, на, получи. Аптечка. Ну ты совсем плохой. Он был плохой. Но не совсем. Ну да. Да, но получи вот так вот, да. Стоп? Нет. Жаль. Да, ты полетел, мы здесь. Этот псих сейчас будет нас стрелять. Oh, я буду устанавливать все игры. Да! О! Трехочковый. No. Куда он кинул? Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Кидай на меня, кидай. Я хоть. Да я вообще наугад кинул, даже не посмотрел. Просто на автомате. Ау! Хоть кого-нибудь этой бомбы по голове било, напишите в комментариях. Это только я так могу. Ну давай, набросай, ты не стесняйся. Стоп, это мое было. А это тоже был. Вот это вот мое, значит. Бомба твои. Везет. Хеликоптер убил меня. Что ж ты какой, а? Вот есть же вот вредные люди. А есть вредный, вредный вертолет. Давай, кидай. Не знаю, где он, ладно. А вот. Вот так вот. Нет? No. О, боже. It's mine, mine. Ау. Моя. Так, да ты не волнуйся.
Попал? Попал. Попал, бабаль. Так, я скоро тут. Все. Ты умрешь завтра, нет? Завтра, говорит. Да, говорит. Еее. Кидай, кидай. Yeah, вот конечно, так вот, вот нет. Так вот. На тебе еще автомат кину. Говна кусок. Он получил сильно. Даже не вспотел. Видишь, мне говорят. Да, я вообще как бы не знаю, кто это. Я не знаю, к чему я сказал. Почему? Ты не знаешь? Кто должен знать? Парень. О, я твоего брата только что видел. Моего? Нет. Тут два одинаковых персонажа. Что же делать? Ну, бери одного из нас. А ты что там встал? Ну, я стесняюсь. Я ему подписать отошел. Да. Черт, мог бы не говорить. Ааа, кто это такой, почему? Я просто хочу парню травму нанести психологическую. Может быть, не только. Слабаки, что там слабаки? Ну, я не знаю, давай. О, москвич, смотри. Москвич. Ну, раз москвич, то, наверное, закончим. Смотри, какой москвич. Я не хочу смотреть на москвич, я только хочу смотреть на Жигули. Смотри, у него движок как бы поставили. Вообще. От Беларуси, наверное. Короче говоря, увидимся в следующей серии, и там будем гораздо более серьезными. Конечно! Конечно, будем двигатель ловить! И глушитель получил. Давай, давай, продадим на ему пивко на попил, да? Получи, на, я ремонтирую тебе сейчас. Что ты хочешь? Что? Что? Что ты говоришь? Что ты? Говори по-русски, парень. Не получаю. Увидимся в следующей серии, с вами были Артум и Артёр, всего хорошего, пока-пока-пока. Всем привет!